Здравствуйте, наши дорогие и любимые любители астрологии. Началась новая неделя, а это значит, что прямо сейчас специально для вас свежий гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября в студии Анастасия Жигальская. Поехали! С 1 по 4 ноября убывающая Луна. Это период очищения, время завершения всех процессов. Начинать новые дела на убывающей Луне все равно, что плыть против течения. Потребуется гораздо больше времени и сил на выполнение задуманного. С 5 ноября новолуние. В этот день мечтайте, планируйте, составляйте списки желаний. А вот 6 и 7 ноября, когда Луна начнет расти, приступайте к исполнению всего, что задумали на новолуние. Овны сейчас стоят на пороге или даже уже находятся в эпицентре крупных перемен в своей жизни. Стоя на краю кратера вулкана, подумайте, стоит ли продолжать идти дальше, насколько вы жаждете перемен. Если они вам необходимы, смело продолжайте свой путь. Если же вы хотите избежать их, не следует совершать опрометчивых поступков. Эта неделя способна полностью изменить вашу жизнь. Кто был ничем, тот станет всем. И, к сожалению, наоборот. Тельцу, как всегда, везет в малом. Собирая крупицы счастья, он станет обладателем большого состояния. Эта неделя ознаменована благоприятным распределением планет. Все ваши дела будут сопровождаться успехом. Чаще улыбайтесь, это поможет вам сделать карьеру. После новолуния ваша жизнь преобразится, вы будете испытывать много положительных эмоций. Наверное, вы совершите или уже совершили нечто такое, чего очень долго ждали, от чего бежали, чего опасались. Но вы победили себя, и на волне этого настроения вас ожидает успех. Дорогие и любимые наши близнецы, на этой неделе представителям вашего знака зодиака предстоит иметь дело с глубокими недрами своего подсознания, вытаскивать наружу собственные комплексы и работать с ними на уровне теории Фрейда. Неделя связана с прорывом, импульсами, либо вы выйдете победителем в неравной борьбе с самим собой, либо ваши комплексы съедят вас. Чувство собственничества, захватнический инстинкт, желание безраздельно владеть и властвовать – вот черты вашей натуры, которые могут сейчас вырваться наружу. Дорогие и любимые наши раки, все одно к одному на этой неделе. Техника ломается, одежда изнашивается, бизнес требует вложений, да еще и родственники сидят на мели. В начале недели придется контролировать расходы, а благотворительностью заниматься лишь в крайних случаях. Вблизи новолуния, которое произойдет 5 ноября, не стоит нарываться на конфликты. Расстановка сил не в вашу пользу. На выходных личные интересы должны быть на первом плане. Иначе еще долго будете плестись в хвосте. Старайтесь не раздражаться по пустякам. Больше отдыхайте и пейте витамины. Дорогие и любимые наши львы, эта неделя по затраченным силам равна целому месяцу. В начале недели вас ожидают проблемы, которые будут уменьшаться день ото дня. К концу недели вы окажетесь самым счастливым человеком на Земле. Дорогие и любимые наши девы, на этой неделе вам полезно побыть в одиночестве. Этот период накопления энергии, а не расходования ее по пустякам. Время обдумывания новых проектов, возможно, связанных с вашим местом работы или собственным здоровьем. К концу недели у вас есть шанс выйти победителем из сложной ситуации благодаря вашему девичьему упрямству и сильной воле к достижению желаемого. Дорогие и любимые наши весы, на этой неделе у представителей вашего знака зодиака раскроются внутренние резервы вашего знака. Вас будут подталкивать к действию обстоятельства, жизнь, друзья, а также сторонние любовные связи. Нужно зарабатывать деньги. С этим лозунгом будут связаны ваши душевные волнения и открытые действия. Дорогие и любимые наши скорпионы, представителям вашего знака зодиака на этой неделе осторожность точно не помешает. Вы сейчас одновременно сентиментальны и агрессивны. Желание поплакать, возникшее даже на пустом месте, может вылиться в желание немного побить посуду. Новые дела лучше отложить, а сейчас надо заняться подведением итогов, разрешением старых проблем, наведением порядка.
Дорогие и любимые наши стрельцы, для представителей вашего знака зодиака это время перспективы, когда с легкостью строятся планы на будущее. Сейчас закладываются первые кирпичики вашего будущего дела, бизнеса или отношений. В данный период можно выстраивать свои планы, обращаться за консультацией к астрологу или самостоятельно пробивать себе дорогу в счастливое будущее. Дорогие и любимые наши козероги, эта неделя под девизом помощи вашим родным и близким вас могут попросить помочь по дому, кого-то встретить или провозить на собственной машине и так далее. Вашим близким и друзьям потребуется максимальное внимание с вашей стороны. Постарайтесь не обделить никого и уделить хоть чуточку времени для каждого нуждающегося. Дорогие и любимые наши водолеи, это спокойная и гармоничная неделя для вашего знака, особенно если вы избрали прерогативой данного времени отдых, но не семейный, а дикий, одинокий, холостой и безмятежный. Только творческие люди, занимающиеся ручным трудом, могут испытать сейчас настоящий кайф от созданного своими руками. Всем остальным дорога на отдых и желательно в одиночестве. Дорогие и любимые наши рыбы, на этой неделе представители вашего знака зодиака все складывается просто волшебно. Коллеги вас ценят, друзья обожают, домашние и вовсе готовы носить на руках. Дела идут в гору, денежки капают, настроение с каждым днем все лучше. О чем еще можно мечтать? Наслаждайтесь жизнью, но не слишком расслабляйтесь. Только что вы просмотрели весь прогноз для всех знаков зодиака на первую неделю ноября. И, конечно же, в конце важный совет от астрологов, которые рекомендуют смотреть свой прогноз не только по солнечному знаку, но и по знаку асцендента, потому что очень часто именно он проигрывается, точнее, его очень легко рассчитать в интернете, если вы знаете точное место, время и дату своего рождения. Ну а с вами была Анастасия Жигальская. Всем пока!